Алтайский биатлонист Иван Лыжин завоевал 2 золота на международных соревнованиях в Финляндии среди ветеранов. Свою первую победу спортсмен с говорящей фамилией одержал в спринтерской гонке на 6 километров с 2 огневыми рубежами. Второе золото он вырвал в эстафетной гонке, где вместе с новосибирцем и Томичом выступал в объединенной команде «Сибирь». Иван бежал последним на этапе, ни разу не промахнулся в стрельбе и показал лучшее время. Добавим, Лыжин выступает в возрастной группе старше 35 лет. Лыжи для него сейчас хобби, а работает он пожарным 3-й пожарно-спасательной части Барнаула.